В Сергиев Посад. А? Меня спрашиваешь? Да. Не знаю, я хочу храм посмотреть, погулять. Посмотреть, под солнышко, на солнышко. Посмотреть нет? Городок. Ну и за компанию провести мастер-класс в торговом центре Капитолий. Фристайлеров, я так полагаю, такая судьба. Судьба иметь плохие раздевалки. Мальчишки, девчонки, мы все ждем на большую и интересную тренировку. На холме Маковец братьями Варфоломеем и Стефаном была основана небольшая церковь. Со временем последователи этих двух священников основали вокруг этой церкви монастырь. Чего еще памятного здесь произошло? По разным данным, около 1380 года Дмитрий Донской перед битвой на Куликовом поле прибыл в обитель Сергия Радонежского для благословения перед этой самой битвой. Вот, так что здесь много исторических событий произошло. Преподобного Сергия Радонежского, его канонизировали в лик святых, вот, и на месте его могилы был заложен Троицкий собор, и вот эта вот очередь, это очередь Троицкий собор.
Сейчас мы идем вокруг колокольни. Это вот зеленое здание. Там, кстати, крутой таймлапс. В этом здании можно купить бутылочки и набрать священной воды, если вам она нужна. Вот, а вообще здесь очень красиво. Для любителей храмовой архитектуры здесь будет просто блаженство. Кстати говоря, как этот Сергиев Посад входит в список ЮНЕСКО, входит в круг Золотое кольцо России, это единственный город в Подмосковье, который входит в список Золотого кольца.